Став. Да. А ну такой матерый. Конокорса есть тоже очень похоже. Башка прям сильно здоровая для става. Может, конокорс? Ты слышишь? Сказал, что став. Ну, то, что я думаю, можно так удержать. Ну, в квартире можно лежать, или не 6, или ничего нет. Просто если я в командировках. Скучно будет в квартире. Так, расповедайте. Вот несколько дней болит спина. Вот тут. Вот, короче, в этом отделе. И здесь позвоночник. Несколько дней всего нас. Да. Ну, шея то понятно, я бухгалтерная профессиональная уже такая. Вот шея, все. Иногда я делаю массаж, хожу на курс массажа. Ну, вот сейчас вот. Спина болит, я дернул. Он это может... приподнял, приподнял, и возможно что-то немножко. Так, это... нельзя делать. Нельзя, ну там. Для которого стоял лучше, если сместить дальше. Не, я не для этого дернул, а вообще чисто так шутя. А сейчас это вот стою, например, посуду, думаю, мне такое чувство, что там что-то немножко так, знаете, вот как-то похрустывает. Сны снятся. У меня постоянно поясница идет смещение. Я говорю, что у тебя сместилось, давай, я говорю, правильно. Посмотреть, что можно. Какие вы быстрые. Так правда, раз трахбат и все. Просто взяли. Ой, я забыл сказать. Кому? Сны вам снятся? Да сны мне всегда снятся. Так я же не просто так спрашиваю. Каждый день снятся сны? Или нет? Не все я помню. Вообще, так, помнят часто, наверное. Не важно, помните вы или нет. Надо... Важно то, что они снятся или не снятся. Снятся, да. Ну хорошо. Давление у вас какое? Не повышенное, скажем так. Значит, у женщин нормальное давление 90 на 60, 100 на 60. Если 110, 120, то давление повыше. А с возрастом разве не увеличивается? Ну, чем больше спазмируетесь, тем больше увеличивается. Ну, какое у вас давление? Бывает 130 на 90, бывает 120 на 70. Да, нормально на 60. Ну, ладно, вас это не беспокоит, да? Руки не имеют, плечи болят. Головные, постоянно жалуются. Головные боли, головокружение. Нет. Шум в ушах. Хорошо, снимайте кофту и становитесь так лицом. Да, то из-за спины заворачивают, и левая сторона, значит, у вас страдает вся левая, если левый палец завернут. И стоим мы вот так, получается. Вы стойте. А муж пустой идет, глянь. А я ее мацал, я видел. Не надо мацать, вот посмотрите, она стоит на вот так. Ну да. И руки не надо прижимать, пускай они висят как свободно. Вот так стоит. Это значит нагрузка перебрасывается. Значит, сейчас по мере нога короче, наверное. Чего вы смеетесь? Садитесь. Идите сюда. Не вы садитесь. Вот так ложитесь на живот. Сейчас я покажу, насколько нога короче, наверное. Чтобы муж посмотрел. Вперед, вперед, вперед. Раз, вперед, раз. Сейчас, сейчас. Вперед, вперед, вперед. Я юбку поправлю, надо мешать. Двигаться. Сейчас подвинуть. Идем смотрим, чтобы было понятно, насколько короче. Да и вот этот палец, да и этот. Ага. Ну, больше, чем на палец короче. Понятно? Это не зарушило, но у него крик. А, ну да, и это же. Так если сейчас она выровняется, не за того будет, если получится. Да, безусловно видно. Я такого видео, как стоит, понятно, что нога уже короче. Раз, дальше нога, смотрите, не идет. Она должна... Да что, того, хоть тянить, хоть не тянить. Да не надо руками, можно так, Наташа, поломать, что хочет порвать. Вот она должна, потому что вот тут укорочена мышца. А ця, ну и вся дальше выйдет. То есть вот так. Но дело в том, что сейчас может отпустить и дальше пойдет, если вам повезет. И нога короче сантиметра на два. Ну бывает и больше. Так, встаем. Как зовут? Наташа. Наташа. Ты куда не прыгай, мы встаем.
Поясница тоже смещена, не только там. Садитесь, Наташа, туда лицо. Если просто можно про них замотать. Кома в горле нема? Не знаете, что такое ком, да? Так хочется делать, не? Ну, понятно, ладно. Тут железка чуть-чуть выше пиднет, чтобы ты коню брать, да, чтобы давление померить. Болтыми коленями побьете. Сейчас посмотрим, какие у вас нормальные. Может и нормально. Ведь равномерно бьет, и пульс немного, и это уже хорошо. Что хоть их совсем стали и нет. 160 на 8. Что? Мне бы уже было плохо, а что? Плохо, так что у меня поддельный тонометр. Не знаю, что да то так, вы, так не вы было. Его редко меряете, то он уже подстроился, вы не чувствуете ее. На работу можно. Может, она нервничает из этого? Конечно, я же нервничаю немножко. Ну, может. Ты зато... откажется от меня вообще. Может, нервничает. Я же не знаю. Ну... Так, Наташа, хорошо. Ну, все, так, Наташа, повесили руки. Поворачиваем голову. Раз. Тянет, не тянет? Нормально. Сюда хуже, куда поворачивается. Рывков нема. Це вже хорошо. Рука от тріщить. Рука не опускається. Це значить затягнути тут. Плечі не болять? Все, далі не піднімаємо. І тут все. Це все. Ай-яй-яй. Це дужча сторона тріщить. Ну так. Ліва. Ліва коротше. Чи ліва у нас на ліву стоїмо. Так, ладно. Так, зараз боліть спина? Чи вже пройшла сама? Там вот здесь иди. Блин, да? Ну, если дальше станет. Ну, шея то такое, понятно. Шея то не такое. Ну, я просто... Вот это за то, что у вас такая шея, за то давление повышено, понятно? Это вы сидячая работа, сидите, да. Сидите, сидите. А, надо же на ТО заезжать. Ну, хорошо, хоть массажи делаете, но надо их правильно делать, и чтобы не было смещения. Если будет смещение позвоночных сегментов, значит, массаж будет малоэффективным. Ну ладно. Решили сразу приехать. Запомнили, куда боковое зрение стоит? И сюда запомнили, да? Ну если дальше будете бачить, значит дальше буду поворачивать. Хотя она на 50 сколько лет?